Еще учась в школе, наверное, я смотрела на сотрудников полиции и как бы для себя решила такую идею, наверное, создать, что вот я тоже хочу быть сотрудником полиции, хочу защищать людей, помогать людям. И в конце концов пошла учиться на юридический, отучилась, пришла в Одинцовское УВД. И вот теперь я капитан полиции, старший дознаватель. Не то, что это кабинетная работа, нет. Естественно, мы собираем какой-то характеризующий материал на людей, какие-то делаем и экспертизу назначаем, и выемки делаем, и редко, но и обыска у нас тоже приходится делать. Поэтому достаточно интересная работа. Ей надо проникнуться, ее надо любить, и поэтому все будет получаться, и карьера будет расти, и тебя будут и уважать, и ценить. В первом квартале 2012 года мной было направлено порядка 40 уголовных дел в суд. Это уголовные дела, связанные в основном с преступлением против собственности, такие как кражи, тайное хищение чужого имущества, грабежи, открытое хищение чужого имущества, незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотиков, боеприпасов, оружия, их составных частей. Ну и также использование каких-либо заведомо подложенных документов, организация незаконной миграции. Сейчас у нас очень часто распространено. Ну, преступления на бытовой почве совершаемые, такие как угрозы убийством, причинение телесных повреждений, причинение, ну, в значительной степени тяжести. Когда ты приходишь работать в полицию, ты не думаешь о том, что ты женщина, а он мужчина. Для нас мы все равны, все сотрудники полиции. Естественно, может быть где-то тяжелее в личной жизни, а так в семейной. Так я не вижу разницы. Сотрудники полиции обязаны защищать нашу родину, защищать людей, права и свободу человека.